большой выбор лестницы стремянок в нашем магазине. Так, 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 так. Сегодня речь пойдет о трансформерах, представленных нашей фирмой. Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию трансформер 3х4 с алюминиевой лестницей, алюминиевой. Модели идут как с платформы, так и без. Чуть позже я покажу, что это значит. Общая длина и все размеры вот проставлены здесь сбоку. 99 сантиметров – это козлик, стремянка 1,72 м, лестничка 3,50, если буква Г – 2,57. Сейчас я буду разлаживать и показывать, какие, как она может вставать, какую нагрузку она выдерживает. Так как вы видите, получается платформа. Дополнительная платформа, ну, усиливает данную конструкцию, распределяет вес по всей длине, ну, где же нагрузка, ну, как вы видите, вот продолжим. Указывают разные геометрические модели. Мы сделаем стремяночку. Сейчас подскажу, вот в этом магазине, вот туда и направо. Вот так. Посмотрите, какая толщина кожи. Ну, в принципе, везде одинаково. 6 сантиметров на 2 с копеечками. Ступенька 25. Ну, трубка не на 25. Она, в принципе, идет стандартно. Так. Ну, сейчас покажем, как вернем его в исходную позицию. Эту модель собрали как гармошка, очень удобно в транспортировке, ну, в принципе, как для домашнего пользования, для сада, для ремонта, для работы тоже очень подходит. Ну, модель, как я и повторюсь, идет как с платформой, так и без нее. Всем удачи!